Основные навыки и умения у маленьких детей формируются в самом раннем возрасте. Помимо родителей, в этом огромную роль играют дошкольные учреждения, где ребенок проходит первые шаги к социализации, развитию речевых навыков и познает мир. Мы побывали в гостях в единственном в столице республики частном детском садике «Осикат» с обучением на родном эвенском языке. «Осикат» на эвенском означает «звездочка». О том, как проходят будни в садике, как дети чувствуют себя в языковой среде и по каким программам занимаются с ними воспитатели, мы расскажем вам сегодня в нашей передаче. Идея открытия детского садика с обучением на родном языке пришла к заведующей Наталье Петровне Авеловой давно. Опытный педагог и администратор, она прекрасно понимала необходимость обучения с самого детства родному языку. И в декабре прошлого года во время Республиканского съезда учителей родного языка произошла встреча, которая помогла реализовать идею в жизнь. Наталья Петровна познакомилась с коллегой, с опытным педагогом Антониной Афанасьевной Кеймитиновой, которая тоже давно думала о таком проекте для городских детей. Буквально через некоторое время мечта воплотилась в жизнь. Благодаря энергии, целеустремленности, компетентности педагогов-организаторов. Нашлось здание, полностью отвечающее всем требованиям для пребывания детей, оформили документы и, самое главное, подобрали команду единомышленников-педагогов, владеющих родным эвенским языком. И в феврале детский сад «Осикат» был торжественно открыт и принял новых первых маленьких учеников. С этого года мы поменяли вот имя, направление садика поменяли, чтобы возродить, сохранить родной эвенский язык. Все мои работники, они вот у меня работают два воспитателя, два педагога доп. Образования, один младший воспитатель. Они все владеющие эвенским языком, они все сами, они родом из Себянкёля. Ага, вот. Огромное спасибо. Я вообще благодарна своим работникам. Садик работает по основной программе от рождения до школы, и мы сделали вот парциальную программу именно для по обучению эвенскому языку для детей дошкольного возраста. Именно разработали программу на основе программы Голиковой. Наш садик вообще называется именно национальным садиком для детей коренных малочисленных народов Севера. Я сама эвенкийка, поэтому мы создали вот этот проект, вот этот садик открыли именно для детей коренных малочисленных народов. Могут прийти дети и эвены, и эвенки, и юкагиры, и долганы. Просто по подгруппам мы их вот так разделим, и кружки будут вестись на эвенкийском, на эвенском и так далее. К нам приходят дети, которые, они все улусники, они здесь вот в очереди не стоят, и поэтому мы идем всем навстречу, и всех по льготной цене, по 8500, мы их всех берем, по 8500. Нам очень-очень помогают наши родители. Они все шьют, что им скажешь, вяжут, что им скажешь, сделают. Они вот все, вообще, клад наш. Развивается садик, развивается. Вот дети приходят новые, они, люди звонят нам прямо, высказывают благодарности. Вот. Вообще очень рада. И вообще, я думаю, что это для будущего нашего родного языка вообще это очень большой такой шаг. Группа в садике пока одна. В нее ходят дети с полутора лет и до шести. Занятия проходят на эвенском языке, и что немаловажно, детей обучают методом погружения в язык. Между собой и с воспитанниками педагоги общаются на эвенском языке. Главное у меня секрет,
то работа с родителями. Если родитель будет рад, доверяет своего дитя, и тогда работа получится. Здесь с энтузиазмом они откликнулись на наше предложение, помогали и ведут детей в наш садик. И каждый раз вечером с радостью мы фотографии отправляем, чем занимаемся с утра до вечера. Каждый день что-то новое вводим. За месяц работы группы детского садика есть успехи у ребят, у детей? У детей есть. Они есть, которые не говорящие, да? Но помаленьку они начинают говорить и понимают главное, о чем этот разговор идет. И уже начинают танцы, фольклоры, подтягиваются. Кунгал, эрэф инэнгэф мут джунчэдэп тангом. Тарит хаджэ фигуралбу в геометричке мэргэчэктян, мэрликэчэ, мэрэти. Нанап би хунду нэнюкэр бу гунчэм, хи ху ибгат долчылда. Туганиду нюбатитатив таккарен, дюганиду хунтев. Эрек як? Эрек як? Мун? Мун рука. Молодец. Туганиду нюбатитатив таккарен, дюганиду хунтев. Як арек? Вероника. Як арек? Мун рука. Мун рука. Хуланя даги и нанги чоптере даготтен, хисе чинду турле давоттан. Якаре? Нёл? Нёл? Нёл тен? Тарит, ач тогла, ача тахайкале, хата си джулан бинекен, эти бигер бигден. Ниере? Як? Накат. Тангдеп. Ичилде. Амен. Джор. Илан. Диген. Тунган. Ади. Тунган. Эрек илкен. Тарит. Еще дага, эрек якорь. Якорь. Моду кочем. Оран, да? Оран. Тангал дага бел. Амен. Джор. Илан. Диген. Тунга. Тунган арановит, да? Мут эрек занятила яфарап. Кунга. Вероника, я в хараб. Тангон. Тангалда. Эмен. Джор. Илан. Диген. Тунган. Нян геометрическая фигура ларбу хараб. Да? Айбидан текен. Отдап. Софья Борисовна Третьякова до переезда в Якутск работала в детском саду в селе Себянкюль. Если там практически все дети разговаривали на родном языке, здесь приходится учить говорить в прямом смысле, ведь некоторые малыши только начинают разговаривать. Но в этом и большой плюс, считает сам педагог. Мой ребенок разговаривает с детства на эвенском. Он понимает только на эвенском. И когда я сюда приехала, мне очень было как-то трудно, потому что он пошел в якутский садик, и ему трудно было, он не понимал, на каком языке он разговаривает. А потом мы пошли уже в другой садик, Бересети садик, и там уже вообще стали говорить на русском языке. И он вообще запутался, и когда мне предложили, что открывается венский язык, я сразу согласилась. И мне здесь очень нравится, и я хочу дать родителям и детям
чтобы не забыли свой родной язык, свои традиции, свой обряд. Mm-hmm. В первое время, конечно, не понимали, но сейчас стали уже немножко понимать основные слова. Иди, принеси, садись, вставай. Ну, только начинаем. Ну, надеемся, что мы через год уже будем уже свободно разговаривать. А иныш кунгал. Ременеги мут. Делган калбу джо ядив. Ур иртенча занятияду. Мут яб харит. Мунру. Мунрукам харит. Тик мута хазиб. Хуличам. Долчилда гаминду. Мину долчилда. Хуттуби. Джонтуру тангдим. Долчилда. О, нигур доптоп таддан. Немче. Тик би джонтуру тангдим. Я салчаму эмгаке, ангачаму хакарин, коричаму чупуня, тетичаму хуланя. Хуланя. Койсерде, муттулени эмче. Муттулени эмче, Вероника. Кто к нам пришел в гости? Лиса. Лиса. Эвэдидно мангонгарар хуличан. Хуличан. Нонган. Я сен, тети сен не омбинни? Хуланя тети улкен? Хуланя. Ага. Нян, хобдилкан, хобдичанни, хапакуккан гули. Ни гуане бара? Хуличан. Хуличан. Ну, а ни лебюрен? Хигила. Хигила бюрен. Яб джабгарен? Яб джабгарен, ну, а? Арату джабгарен. Хингиркам джабгарен. Тих мута хулисям анядим. Хулисям бешен тетилкен. Бешен тетилкен. Хутаку. Хутаку харанда даняли яван. Харичама нанялда. Молодец. Молодец. Милана, молодец. Рисуем. Хулисян, хулисян. Или венни? Биджу хатлан биддем. Явно кожені. Джу дилган калбен джебдей. Дилган калбен джебдей. Текен. Молодцы. В светлой и уютной группе дети с удовольствием занимаются, играют, познают мир. Группа пока небольшая, компактная. Родители с удовольствием приводят детей и сами активно участвуют в жизни коллектива. Действует определенная система скидок при оплате за посещение. И самое главное, детишки начинают понимать и говорить на родном языке. Отмечается заметный прогресс за относительно небольшой срок работы. Воспитанники с удовольствием поют и танцуют, бойко читают стихи и уже участвуют в городских мероприятиях среди дошкольников и занимают призовые места. Изначально я работала в русскоязычном садике, и после этого как-то мне самой как-то непривычно стало разговаривать на венском. Но это очень большой плюс, потому что человек со временем начинает забывать элементарные слова. Поэтому для меня это тоже так большая честь работать с ними именно на эвенском языке. Ну и практика языка. Да, практика есть, да. Угу. А как самообразовываетесь, как дополняете свои вот методические учебные планы? Учебные планы мы на весь год именно от рождения, от школы наполняем все полностью. И каждый по месяцам календарный план, перспективный план, по всему расписано. Угу. То есть по всем правилам? По всем правилам, да. Угу. А для тех, кто вот только-только начинает ходить, для полуторагодовалых детей, наверное, сложно придумать какую-нибудь. Да, они же только хотят кушать и играть. Да, играть. Для них есть такие маленькие, пятиминутные или минутные, такие зарядки, упражнения и чтение сказок, показывать кукольный театр, пальчиковые гимнастики, именно
игры с музыкальными инструментами именно на эвенском языке. С родителями как работаете? С родителями мы работаем, проводим такие методические пособия именно для родителей, для адаптации во время детского сада, как проходит адаптация ребенка, в основном какие это именно меню по меню, что они питаются, чем питаются, что делают, какие занятия проводятся, как мы выходим, в какое время выходим на прогулку, такие рекомендационные работы, родительские собрания. Угу. Ну и с развитием социальных сетей, наверное, да, каждый день можно мониторить родителей, да, самому. Да, угу. Просим, они, дети все, родители все отзывчиво относятся, когда мы просим что-то сделать, они с радостью делают все. Угу. А вспоминаете ли вы свое детство в Сибянкёле, да, свой садик, да, где вот все на эвенском языке, да, было, да? Там было очень красиво, приятно, и воспитатели были такие отзывчивыми, добрыми, прекрасно, ну и все было очень приятно. Mm-hmm. Но это тоже помогает в работе? Да, наверное, это, да, очень помогает. Я не думала, что я буду всю жизнь свою как-то уже начинать именно с работы с детьми, потому что это моя бабушка тоже была воспитателем, как-то уже вот так все по полочкам. Уже получается династия. Династия, да, именно mm-hmm. воспитатели. Надежда Николаевна Хоросева – молодая многодетная мама. В семье обычно общаются на эвенском языке. Надежда Николаевна – мастерица, прекрасно шьет бисерные украшения и национальную одежду. Кроме того, она пишет стихи и прозу на родном языке. Для своих детей придумала и написала порядка 15 сказок, для которых шила куклы. И в детском садике ребятишки с большим интересом слушают и смотрят целые представления, в которых смелые зверюшки и храбрые умелые герои попадают в различные приключения. Амнакан, упэнян, гудияна гарбасаткан, илумуду тагатта. Упэгонни, гудияна, химунду акаттук мову муннал. Би джабля бериджим, джахлямджир, гали екаду хоя мову умули. Гудияна екавгатни, ра, койсалдан, екавгатни, Акат лэрдэнгэн дэнэгрэн. Упэ, акатангат горла бэсне. Химену алат лэлэ. Амджим гонни. Харран. Упэ, сэнни амэптэн илумула. Гудияна хараддэкэн. Мунрука чангэн аддэн. Хуэй, мунрука. Амнэлэ. Абидиб, икэджиб. Хибинду габиннас гонни. Мунрукасан, горьян дольчери гонни. Илабиданне, и доктор анне, а
Алабиддам, алабиддам, дальчили гонни. Амни габигаль гонни. Амнан мунурукан. Нян гонни. Он гонни. Ахан далдар. Он гонни, ахан далдар гонни. Хой гелкан икад айяннин. Икаби кадим. Химинду яба мунни. Я в бедин, и кэви кэдим, и кэва не такун, гудни, кудияна, кэйтта. Мутту, хиянна сикэра, и кэ анича нибэ гудни, мунурука. Рак екав гали, хинду ани такун, гудни, кудияна. Мунурука чан, екав гадиди, и сакти кэнгэнра. И лэрра мунурука. Hangalran gudiyana. Akato hangat dakan. Alramaya dalçitni. Alramaya dalçitni. Gudiyana, edi hangna gunni. Yak törüsnen. Edik törüsnen. Gunni gudiyana. Annele, bi hangna nitte. Bi alrabisem. Акатар дедукун төрәннәп. Хи асаткачан әжі хаңна, яме хаңан ригун. Мену, мұнырукан, екабуға дезе хэррэн. Гунни, гудияна. Хаңаларан, әжі хаңна, мұнырукан, хіні әлекчірі дезе хэррэн гунни. Хужаныр аларан дзя. Мұнырукан әннізе, екабус әмудзин. Гудияна хаңриван, мұнырукачан далчириде екабан мучивканне. Самое отрадное для меня, это чтобы авенский фольклор был для них самым доступным. И хотелось бы, чтобы они все понимали и разговаривали даже на авенском, чисто на авенском языке. Вот. Я хотела бы, чтобы это... Мои сказки, да, вот стихотворения, которые я им рассказываю, чтобы это у них был такой, чтобы они научились уважать друг друга, чтобы они научились разговаривать, да, и передавать свои чувства ко всему, что им окружает. Когда я рассказываю сказку, они понимают. И надо, чтобы каждый персонаж, да, вот когда я рассказываю сказку, что каждый персонаж для них это новое. Вот, например, голоса я меняю, вот, например, и интересно им становится, когда я рассказываю сказки. Вот тогда внимание, чтобы внимание это обратили, я рассказываю им сказки, вот, меняя свой голос. Мы с большим удовольствием погостили у маленьких воспитанников и педагогов Эвенского детского сада «Осикат». И тепло в душе и на сердце от сознания того, что не исчезнет язык и культура народа, не пропадет уникальная методика и дальше будет развиваться обучение и жизнь. Пока работают настоящие патриоты и сподвижники, и маленькие воспитанники в будущем приведут своих детишек в родной садик, в добрый путь «Осикат».